Всем привет, это анекдоты от Вовочки, и вот следующий анекдот. Построение в армии, стоит строй и идет перекличка. Иванов, я, Петров, я, Сидоров, я, Хуев, я. Сержант подошел и говорит, блядь, что, фамилия такая? Хуев. Так точно, товарищ сержант, Хуев. Блядь, говорит, а ты откуда? Из Болгарии, товарищ сержант. Ну иди в строй. Болгарин Хуев. На печи в Украине, в маленьком селении, лежит такая гарная девушка на килограмм 150 и ничем не занимается. Просто лежит и тупо смотрит в одну точку, наблюдая за мухами, что происходит в избе. В избе мать чистит картошку, а отец что-то строгает. И мать говорит: «Дитятка мое, может, ты картошечки поишь? Ну, я, мамка, не хочу. А может, и сальце поишь? Ну, мамка, не хочу. А может, и то, а может, и все? Ну, я, мамка, не хочу». Отец сидел, терпел, теперь говорит: «Да хуй ей в жопу!» Мамка говорит: «Ой, татку, что ж ты такое говоришь?» А дочка так, улыбаясь: «Молчи, мамка, хай татку говорить». Тысяча 1917 год, революция. Владимир Ильич Ленин в Смольном занимается документацией. Тут к нему приводят ходоков из Поволжья, и ходоки говорят: «Владимир Ильич, тут такая тема, жрать-то народ нечего, может, хлебушка какого покиньте?» «Да нет, говорит, у вас никакого хлебушка, все пошло на революционные нужды». Говорит: «Так а как же народ-то быть, кушать же хочется». Ленин подумал и говорит: «Так а вы травку, говорит, мил человек, щиплете, и все будет хорошо, как кони, как лошади, блядь». Говорит, Владимир Ильич, так это ж замычим же, смущаясь, сказали мужики. «Нихуя подобного», сказал Владимир Ильич. «Я вот с утра баночку меткут наебнул и не жужжу». Артист драматического театра репетирует роль. Роль небольшая, но достаточно ответственная. Нужно выйти и громко сказать: «Волобуев, вот ваш меч». И вот он ходит: «Волобуев, вот ваш меч. Волобуев, вот ваш меч. Волобуев». Но через некоторое время он стал ошибаться и говорить, блядь, не меч, а еще какая-то хуйня. Он стал забывать, у него плохая память. И подходит к нему старенький дедушка-вахтер и говорит: «Ты, говорит, сынок-то не межуйся особо, ты, говорит, главное, выучи вот эти вот три слова, но главное, говорит, о хуях не думать». Он говорит: «Почему тут хуи?» «Ну, говорит, понимаешь, говорит, ты молодой, говорит, у тебя постоянно, говорит, вот одни и те же мысли, думаешь о хуях, о пиздах, и ты возьмешь, да и скажешь, блядь, Волохуев. Да ну, говорит, блядь, дедушка, идите вы нахуй». Но эта тема ему к голове прилипла, и он такой: «Волох, блядь, Волобуев, вот ваш меч. Волох, Волобуев, вот ваш меч». И вот он, значит, сконцентрировался на том, чтобы не сказать Волохуев. И вот он отрепетировал эту роль, долго, упорно репетировал. И в итоге он, собственно говоря, выучил таки эту роль. И вот этот спектакль, и вот он выходит. Ему говорят: «Все, пошел, выход». Сидит этот старенький вахтер в первом ряду, подмигивает ему. Говорит, выходит, говорит: «Волобуев, вот ваш хуй». Такой вот хуёвый анекдот про Волобуева и хуй. Ну и расскажу вам сейчас еще один интересный анекдот. Семейка Даунов поехала на море. На море океан. Папа Даун, мама Даун и сынок Даун, лет 47. И, значит, ловят они рыбу. И тут сынок вытаскивает, блядь, сука, самую что ни на есть золотую нахуй рыбку. И рыбка ему говорит: «Отпусти меня, я три любых твоих желания, бля, буду исполнен». Говорит: «Нихуёво, хочу хомячка». Папа такой: «Блядь, в пизду хомячка, мама, из пизды хомячка».